Приветствую вас, уважаемые коллеги-моделисты. Хочу представить вашему вниманию обзор на новинку фирмы ICM. Модель полноприводного грузовичка Chevrolet G7107. Каталожный номер модели 35593. Набор упакован в довольно крепкую картонную коробку. Не страшно посылать по почте. Набор состоит из 274 деталей. Ну, сейчас вскроем коробочку и посмотрим, что внутри. А перед тем, как открыть коробку, хочу, коллеги, с вами поделиться хорошей новостью. У компании ICM появился свой YouTube-канал, ссылочка будет в описании под видео, на котором вы увидите отличные сборки моделей в 3D-проекции. Это просто супер, мне понравилось. Заходите и вы, надеюсь, понравится и вам, и вы там останетесь. Ну а теперь посмотрим, что в коробке. В коробке мы видим довольно красочную инструкцию и литники, запакованные в пакеты. Набор состоит из 5 литников серого пластика и 1 литника с прозрачными деталями. Начнем обзор с литника под литерой А и рассмотрим его поподробней. Сразу хочу заметить, как выполнены надписи Chevrolet. Очень хорошо выполнена решетка автомобиля. Довольно тонкая ажурная работа и очень хорошо отлита. Посмотрите, нигде нету ни следов толкателей, ни лишнего облоя. И даже, друзья, не вижу стыка пресс-форм. Это очень-очень радует. Очень хорошо отлиты мосты. Посмотрите, какая торпеда. Ну, а с тыльной стороны видим следы толкателей, расположены как раз на тех частях и в тех местах, где их не будет видно. Теперь рассмотрим литник Б. Здесь видим детали кузова, рамы. Видим каждый болтик. Вся мелочевочка очень хорошо отлита. Карданный вал. Рессоры. Посмотрите, как все хорошо сделано. Также ни следов толкателей. Не облоя. Очень хорошо выполнен кузов. Литника С у нас в наборе 2, поэтому рассмотрим один. Здесь мы видим дуги на кузов и колеса. Также вот брызговики. Все так же очень хорошо выполнено. Хорошо отлиты болты. Также мелкие детали очень качественно выполнены. Особенно вот посмотрите, какие крюки. Довольно неплохая модель, друзья. И вот литник под номером D. Здесь вообще посмотрите, какая ажурная мелочевочка.
ручка переключения передач, рычаг. Здесь вот какие-то рычаги. И вся вот эта мелочь очень тоненькая. Ручной тормоз. Приятно, друзья. Реально вот смотрю, как выполнена модель. И на литниках очень радует. Посмотрим, как будет в сборке. Но уже впечатления от модели очень-очень хорошие. Ну а теперь рассмотрим литник с прозрачными деталями. Ну, здесь особо и деталей немного. Лобовое стекло, боковые, заднего вида и фары. Очень хороший пластик, прозрачный. Неплохо отлит. А теперь, друзья, рассмотрим инструкцию. Очень хороший принт, глянцевая бумага, все очень хорошо отпечатано. Инструкция сделана в виде книжечки. Сразу видим рекомендуемые краски, которые нам рекомендуют использовать. Фирма ICM, Revel и Tamiya. Да, друзья, для этого набора есть специальный набор красок с подобранными цветами, которые указаны в инструкции. Немножко попозже рассмотрим набор с красками. На первых страницах видим распечатку литников, которые у нас в наборе. Ну а здесь уже пошли этапы сборки. Все очень хорошо схематично показано. Как видите, деталей не сильно много, и все должно стыковаться без проблем. Здесь все понятно. Декаль тоже посмотрим попозже. Здесь этапы сборки двигателя. Каждый этап подробно расписан. Посмотрите, насколько хороший принт у инструкции, как все хорошо и подробно напечатано. Здесь показано, как собирается кабина. И здесь плавно переходим на кузов. Я думаю, данную модель соберет без проблем даже новичок. Этапов сборки в инструкции очень много. Но этого не пугайтесь, здесь просто все очень подробно показано. Ну и вот такой грузовичок у нас должен получиться в конце сборки. Здесь мы видим предполагаемые схемы окраски и деколирования модели. Автомобиль из партии поставок по ленд-лизу. 43-й год, 14-я гвардейская механизированная бригада 4-го гвардейского механизированного корпуса Югославия, 44-й год. Вот здесь, конечно же, вот интересная будет для меня схема. Первый белорусский фронт, Польша, 1945 год. И также присутствует 10-я гвардейская механизированная бригада Чехословакия. Это уже, скорее всего, послевоенная версия.
Ну и теперь посмотрим декаль. Хочу сразу заметить, в декале есть спидометры, манометры. Короче, очень приятное дополнение. Мне нравится, когда в декалях есть элементы приборной доски или торпеды. Ну и теперь, друзья, посмотрим набор краски, которую нам рекомендует фирма ICL для покраски данного автомобиля. Набор вот специально разработан под автомобиль Chevrolet G7107. Ну и также, я думаю, этот набор, конечно же, подойдет и под установку Катюша. В наборе мы видим 6 баночек. И теперь рассмотрим цвета. Черный. Камуфляж грин. Зеленый. Зеленый американский. Алюминий. Медиум руст. Ржавчина. И натурал сталь стальной. Также в наборе присутствует и лак. Вот реально, друзья, не хватает еще баночки клея. Чтобы подарить модель, например, новичку, к модели подарить вот такой набор красок, еще клей, и будет вообще супер. Краски акриловые, водорастворимые. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Еще раз вам хочу напомнить про YouTube-канал компании ICM. А вы посмотрите, какой замечательный набор можно подарить своим детям, своим знакомым, коллегам, моделистам. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч, друзья. Не забываем подписываться.